Здравствуйте еще раз. Стало якраз на спуске в ямі. О! Їдемо за приключеннями. Ох, речечка, речечка. В этом году ни разу на зиму не приехали. Ни разу. Ветерок, конечно. Ну, ветер оттуда. Нормально закидывать, если там стоять. Машин, глянь, сюда, вот здесь машин ездило багато, поворачиваем. На Днепр и на велосипедах. Ну, не скажешь, что... О, смотри. Боже, глянь, сука, вы... Тут уже скоро нафиг это. Дороги не будет размыть. Стоїть, жде. Да, волна есть, конечно. Ой, чай якось скільки. Ой, котики, дивіться, верболосики. Так, ладно, їдемо, потому що тут надо руль крутити, ого-го я. Так. Давай, йду. Зелена? Так, посмотрим по кльову. Ну, хтось ходив уже, дивись, витоптане туди, Сереж, бачиш? Та тут все время все. Ага. Ні, ну, після зими. А, що-то снігу ж не було, да. Нічого не поміняв. Ой, я думала, уш лежить. Йо-моё. Большой. Хтось топив тут щось. Ой, а води дофіга, ребят, смотрите. 9 часов ще нема, дивіться, скільки води вже. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, води сколько. Ой, так дивись, як Серега. А ти отут хіба стояв? Здравствуй, речка. Єсть риба чи нема? Віталька, вон наше місце, де ми з тобою сиділи. Вон, бачиш, Віталь? Там. Лівіє, в той ковбаньки. Талку, то ще трішки, то ще трішки. Кажу, Віталя, поїхали. Ні. Там двоє чоловік сидить на ету, на... Як вона називається? На закидушку. Ай, діло не в рибалці, діло, зараз будемо пробувати. Так, зараз ми... Сеточка валяється. Це зараз я термос поставлю, щоб він не впав тут. Ось так стоїть. Зато у нас стол тут є, видите, який. Ну, ми не їмо, ну. Так, давай хоч сапоги в річку вмочу, а то... Маленьких рибок ні хрена нету. Ой, вода. Ой, вода, парное молоко. То, наверное, я або Віталька. Не Віталік, то... Віталя, тільки удочки він, Серега, розбирає, ті, що ми з тобою ловили. Я не пам'ятаю, ти на праву чи на ліву руку ловив? От яка красота. Яка красота. А зимой же ж, оце ж тут, оце де чорне таке, от бачите, оце чорне, це ж тут ловили зимой ми. Є у мене відео. Сиділи на таранушечку мелкою. От там льод гуляв, тобто це вода гуляла, а тут льод був. І йшли, 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 виходили вон туди, там машина стояла, от там. Вітряно. А ось вам і очерет. Уже його мало, звісно, його витоптали весь. Ну, не жарко. Ну, у мене, звісно, тут сапоги з цим, із, як він називається? Да, ні, умка із мехом, то зараз стою, взагалі не чувствую, що в воді. Взагалі. Абсолютно. Шикарно. Постою в воді, дай пойду домой, да? Водоросли, как обычно, там же водоросли страшные, вот так вот прямо сюда и туда бросали. Ну, бросали, вот там ловилась рыба, вот тут что-то она не хотела ловиться. Так, Алочка, давай, сейчас я немножко подкормлю, кину шарик и будем пробовать. Саша у меня вот там сидит постоянно, на тих камешках, на ровном, а я вот тут сидела. Ага. Вставляй, тебе і карти в руки. Тут так погано вставляється, Санька. Ти в сапогах, тобі і карти в руки. Спасибо. Спасибо. Так, якщо тут сидіть. Я пам'ятаю, я отут десь вставляла. Ілі отут була земля. То знаєте, що плохо? Тут же стояв корабль. І тут
Тяжело найти. Какая твоя удочка? Без разницы. О, одну якось зацілив, панила. Наверное, нормальная большая, да? Не, моя. Как всегда, вот. Нет, твоя новая. Моя вот та, что влево. Моя старая. Не надо, мне старую давай. А тебе новая, то твоя. Прибедняется. Чуешь, как всегда. Саша. Так, ладно, я сейчас буду пиркать. Видите, вставила две хваты. Так, и вот сейчас, видите, запарила макуху кипятком, и она вот такая становится, как каша. Вот, видите, вот такая должна она быть. О. И будем сейчас чуть-чуть подкармливать. Немного. Все, первый запрос сбросила, пока не знаю, хай будет так. Может, мелковато чуть-чуть, ну, хай постоит. Корму кинули. Сережка ближе на дно положив, и Саня на дно. У меня самое выше. Ну, нехай. Наша дура выше всех называется. Хай побуде. Якраз я сюди корм кинула, туди ось Саняний. Сань, ти ж мене не запутай, у мене ж леска по воді, ти ж учти. Ребята, смотрите, я открыла сезон. Бичок. Саша каже, тебе глибина неправильна. Неправильна. А оцей бичок, він ловиться тільки з глибини. Бубирь. Бачите? Ох, все, первый не випускається, буде мартику. Ура, 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 ура. Тут є риба. Посмотрите, первоцветы уже вылезли. Крас. А це що за цветок? А, вот возле меня, смотрите. Такой влажный тут, влажный. Ні, це не кульбаба. Сейчас хорошо, уже й нема, мені нравиться. Сиди собі спокійно. Вони скачає, як мелочь ловить. Кажу, мальчики, послухайте, як чайки співають. Як красиво. Так, сходить, мать, в одному. Удочку привязал. Вдруг карась клюнет, Сереж. Ну вот в этом году все наши моря будут на вот таких речечках. Ничего страшного. Рыбачка Алла как-то в апреле направил в берегу баркас. Что там? А ну, хлопчики, как песня? А что, клювало, Сань? Пару раз дернул. Ух ты-ка, ух ты-ка, ух ты-ка. Даже если как палец клює, уже какой-то такой азарт. И я вам не скажу за все Рынковского. Вся Одесса очень велика, но и молдаване, и пета обожают костюм моряка. Сидим, дышим. Не, ну зачем тут маски? Тут не надо маски, тут все нормально. Пошли мои коллежане. В Сане такой трон, куда рыбу ловить. Пошли, подивимся, что где ветра немає, где что находится. Кажу, идите. Рановато еще, ребята, на рыбалку рановато. Хотя мы зимой, скажите, да, вы же зимой ловите, да, мы зимой ловим. Ну, по-другому как-то все. Ой, Саня, что строго. Вот ты, Саша, задыбал, бля. Кажу, нема рыбалки, давай-ка чаю попьем. Кажу, ты лучше разбираешься. Ну, это нормально. О, дядьки, красивый кулек, да? Орхидеи. Немає клюву, ну все равно класно сидеть. Трошки вітер розвернувся, бачите, до нас волна йде. Вода на місці, ні подачі, ні. Зато, он, видите, садок в воді. Саня принес, каже, давай будемо рибу в садок. Я говорю, ну давай. Ой, боже, як у мене ноги в воді, ребята, в этой умке, яка красота. Так що, це Росія, це фірма Умка, у мене є... Видео за эти сапоги, ребят, можете
сейчас как не рекламный ход, вот я что говорю, что я не люблю этого говна набирать и рекламироваться, а это супер, нога как в печке. Вот у меня розовые сапоги, когда я в воду вот так вот стою, у меня ноги мерзнут. А это, ну я не вытаскивала ботинок теплый, тут ботинок теплый есть, ребята, ну вообще как в печке. Просто как в печке. Так что спасибо Умке. Посмотрите. О, комары. На карася треба десь в болото якось ехать, хлопцы. Но все равно красиво, я балдею. Надо узнать, где. Саша, видишь, его складывает. У него терпець лопается. Він не. У него, если нема кльова, то вони тільки поїхали, поїхали. І Серега ще то же самое. Поїхали, поїхали, поїхали. Пошли на ту сторону, знали, там люди на закидушку, ну таке. Мелочь, ну хоч щось клює, знаєте, іноді. А в нас тут вообще просто... Ну, Серега тоже поймал бубыря, так что, слава богу, мы сегодня все увидели хвосты. Значит, у нас все нормально. Все нормально. Моя вон рыба в садке плавает, бачите, яка. Ну, Мартику будет что покушать. Я вам покажу, ты что там, рыба элитная. Еще холодно, ребят, еще холодно. Ну, знаете, если вы живете где-то там в деревне или у вас ставки, что вот... За рощи мелководье. Вот так надо заезжать, делать такое окошко, становиться на лодке и бросать в то окошко и ловить карася. А тут пока буде він тут, но тільки ще дуже холодно. Вода холодная. И движение воды, видите, колом стоит. Вот как приехали, так и уезжаем. Так, то есть батон сиїв уже, дивіться. Это же недавно кто-то приезжал, хлопцы. В том году не было таких батонов американских. Вот, это буквально месяц назад начали делать. Я как Шерлок Холмс. Да, это вот этот американский сэндвич. Его начали выпускать месяц назад, полтора от силы. Значит, кто-то приезжал и рыбачил тут. Так что мы не дураки, мы не первые дураки. Ну ничего, подыхали, и то хорошо, мне нравится, пару часиков посидели. Просто супер. Все, супер рыбалка, дивите. Дивите, какая верховодка, вы видите? Не, бы такой наловить 40 штук, можно было пожарить, она очень вкусная. Но это будет Мартику. Но все равно. Выезжайте, я пройдусь трошки сюда и покажу вам, что тут природа жива чи не. Ох, ну единственное, что меня порадовало, это сапожки. Ну иду я прямо на рессорах. Як на рессорах, ребят. Это просто красота. Это все, сказка. Спасибо большое. Приїжджала якась машина, тут камні брали. Як можна такі камні в машину погрузити, деякі здорові? А ні, ось трошки поменше є. Там волна, ой-ой-ой. І от ця от база, заброшена все. І на охрану їдуть люди. Вон домик, де вони сидять. Що вони тут відпочивають, охраняють? Раніше така база була Ринковська, це директор кар'єра, фамілія була Ринковська. Здесь була столова, вон, видите, кирпичі тільки. А тепер все. Ну, на работу ездят, он машина стоит. Что они охраняют тут, я не знаю. Ну, это мы, конечно, рекорд в этом году побили. Я знаю, что в марте месяце мы ходили вот здесь, вот на этом заливе стоял лед, выходили и рыбачили. А мы сейчас на поплавковую приехали. Это же караул. Ой, видите, там такого ветра нету. Смотрите, какая абрикоска. Я задушила ее. Не знаю чего, якась она такая несчастна. А вот яблоня, смотрите, это же все падалишнее, ребят. Посмотрите, это яблоня. Обалдеть. Вообще. Кто-то кушал, бросил, и выросло яблоко. Ой, а ну идемте, он сейчас наломаем. Ты. Выезжай, я там пройдусь, Сань, туда, сейчас я. Дивите, какие он котики. Вездеход мой, вездеход Умка. И по воде, и по бурьянам. Ой, какие красивые котики. Верболос. Ой, смотрите. Распустились. Это то, что на 8 марта продавали. Они пахнут? Да, они пахнут чем-то таким. Красиво, правда? Ой, надо, наверное, веточку одну сломать. До этого. Ага, сломать. Сейчас, секундочку. Букет сделаю из этого. Вон целый куст. Вон.
Это ж тут, где мы, Витась, когда мы с тобой, что мы заезжали на машине, я сейчас пешком иду. Вот там мы с тобой сидели. Ух, тоже он абрикоса. Букет из белых роз. Вот, смотрите, здесь тоже абрикоса в лесу. Там абрикосы. Вот тут, Виталя, мы с тобой сидели, вот там. Я тут не буду йти. А що це тут таке? Виривали якісь. Кроти чи єноти? А, столби... Ні. Столби хотіли забрати. Или що це? Гляньте. А, метал, наверное. Видите, он метал чуть-чуть. Странно. Може, столби хотіли забрати. Боже, откуда люди знали, що тут є метал внизу? Дивіться, тут якусь траншею вирили. Да, какой-то металл. А, так это же, наверное, с металлоискателями ходят. Я думаю, откуда они знают. Ой, травка так пахнет уже. Под ботинками, под вездеходами. Так, поехали. Людей наехало. Ну, надо и нам готовить снасти другие. Тоже все боролись. Ты тоже уже наловила рыбы. Выехала на ботиночки, поставила и все. Дорога тут, конечно, ребят, вообще просто караул. Дальше тут. Ну на этом. Саш, тут тихонечко надо, тихонечко. На этом месте, да, на этом месте все время машина. Нет, тут уже это другая машина. Нет, там белая была, сейчас черная. Тут стояла, мы ходили. Когда мы утром ехали, другая машина была. Сейчас мы уже, да, когда. Ой, какая гладь там. Боже, женщина даже сюда в маске приехала. Молодец. А он на углу, той мужик, что он там робит, он дивится. Он стоит раком, аж он, диви. Он, да. А, за ней. А мы можем туда подъехать, спросить у него, что он там ловит, ребят. Ой, ой, господи, вот эта дорога. Да, там дорожка будет, да. Ну, подивиться. Я говорю, Саша, поедь налево посмотреть, что там за это, что тут за дорога. Він, блін, став. Ну, чого ти не поїхав, подивитися. Розчистив. Таку дорогу розчистив. Ну, там якісь дома круті, Сань. Можна я не дефіцію? Ні, мені просто цікаво, що там. Там було, вон, красиво зроблено. Видите, беседка вчора там покрита. Шикарно. Можна тебе дома? І мені не нужні дома. Що там було закрито, тепер відкрито. От що мені цікаво. Дачники, знаєш, яку машин багато. Це справа. Ну, не заїжджають туди, а... На дачу его переезжала, и там куча машин, уже все работают. А что сидеть в квартирах? Карантин, да, на даче можно. Но здесь, конечно, сильно много населенность. В масках работать надо, наверное. Едут и едут люди, правильно, а что сидеть в квартирах? Микробы те есть, лучше на дачу. Поработать, отдохнуть. Природа оживает.